На протяжении 2-3 недель эта инфекция протекает скрытно, а потом начинает набирать темп. У человека повышается температура, болят мышцы и появляется сыпь на теле. Начинает болеть печень в области ребер с правой стороны и появляется тошнота. В основном эта инфекция присуща речной рыбе. Например, карасям, лещам, сазанам. Поэтому, когда покупаете рыбу, нужно узнавать, проверяли ли ее в лаборатории, спрашивать сертификаты и смотреть, в каких условиях она хранится.